concerto mio che canto e con una bellissima. Я несколько раз выступал уже в Москве. Я, конечно, стараюсь обновлять мой репертуар. Как всегда, это будет мой сольный концерт с отличным оркестром. Каких-то больших сюрпризов не будет, но я надеюсь, что все пройдет, как всегда, хорошо и публике понравится. Когда первый раз приезжаешь, никогда не знаешь, что тебя будет ждать. Когда в 2001-2002 году я общался с Universal Music, мы всегда говорили об этой возможности приехать в Россию, но всегда что-то останавливало. По сути, не было возможности приехать и мотива хорошего. А в 2010 году так сложились обстоятельства, появилась такая возможность, это была случайность, но такая страна, нельзя было не ехать. В Московском международном доме музыки был этот концерт, мы пели, и это было очень, да, эмоционально. И прошло все хорошо, русская публика очень хорошо меня встретила, была очень душевная, и поэтому я потом стала возвращаться. И пока меня не выгоните, я буду приезжать и приезжать. С культурной точки зрения Италия и Россия, в общем, это разные страны, есть разница. Но в обоих случаях речь идет о великой культуре. Но, несмотря на эти культурные и географическую разницу, публика не так уж сильно отличается, итальянская и русская. Я только что записал песню на русском с Эми. Я услышала эту песню «Море, море» несколько лет назад, ее пел водитель. И мне очень понравилась эта песня Магомаева легендарного. Я несколько раз пел на русском, но в этот раз я предпочел перевести ее на итальянский и сделать более современную версию на итальянском. Да, как в память о великом муслиме.